Попадет ли мойва на стол российских потребителей в этом году? Именно об этом сегодня говорили в Мурманске. Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов встретился с мурманскими промысловиками. Мойвенная путина практически завершена. Сегодняшняя встреча – фактически последнее заседание штаба. На сегодняшний день мурманские рыбаки выловили 58 тысяч тонн мойвы. Это около 60% от заявленной квоты. Низкие показатели связаны прежде всего с аномально теплыми течениями и односторонними ветрами, которые гонят самую народную рыбу страны в норвежские воды. Мурманские ученые утверждают, что в этом году рыба ведет себя как-то по-особенному. Она не собирается, как прежде, в крупные косяки, а уходит из зоны вылова мелкими стаями. Ситуация осложняется еще и тем, что в этом году в Баренцевом море резко увеличилась популяция трески. Хищница выедает мойву и нарушает тем самым достаточно хрупкий баланс в экосистеме. Мойва – это по-настоящему народная рыба, и для нас, конечно, это одна из ключевых путин. Мойва – это исключительно наш рынок, это исключительно дешевая рыба, вкусная, полезная, качественная, и цену вы тоже слышали. То есть цена колеблется от 14 до 24 рублей, но это копейки для качественного белка, которое, в общем-то, можно поставлять на стол нашим гражданам. По итогам состоявшегося совещания Василий Соколов пообещал мурманским рыбакам, что в будущем году допустимые нормы вылова мойвы сохранятся в прежнем объеме. Кроме того, увеличатся квоты на вылов трески, так что рыба и большая, и маленькая на столах северян будет.